Носители этого имени с буквой «В», возможно, ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределами мечтания этого имени. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Символом этого имени выступает ответственность и помощь, достигаемые любовью, переживаниями и защитой. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желании как можно полнее использовать свои способности и возможности. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Под управлением этого имени находятся все те, кто родился 6, 15 или 24 числа каждого месяца. Владельцы этого имени переживают чужие проблемы, как свои собственные, любят правду, справедливость и честность. Для всех, кто в этом нуждается, у них найдется доля любви и сочувствия. Владельцы этого имени гибки и дипломатичны, до мелочей продумывают каждое свое действие. Значение буквы «О» сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.